вышли на поле, поприветствовали и начали уже свою игру команды Ками и Связной. Ками знакома нам уже по сегодняшнему. Знаком нам в первую очередь как лидер турнирной таблицы. До начала тура у Связного было преимущество перед всеми, притом отрыв был значительный. Я думаю, что даже сейчас я, конечно, уточню эту информацию, но после сыгранных матчей я не думаю, что кто-то к Связному мог прям серьезно приблизиться. И тем более Связной начинает и эту встречу с очень быстрого, красиво забитого мяча. Надо сказать, что Связной, наверное, самую зрелищную игру показывает во всей конференции. С этим утверждением тяжело будет поспорить. Газпромбанк можно в некотором смысле сравнить по зрелищности, но все равно будет впереди Связной, поскольку просто больше очков у команды. Транскредит пока опережает Связной и опережает на 2 очка, имея на 2 игры больше. Даже, наверное, на 3 игры, просто не обновились в таблице результаты последней встречи Транскредита с командой Альтаир. У Газпромбанка сегодня была возможность тоже обойти Связной, возможностью этой не воспользовался Газпром, сыграв ничью с Промсвязьбанком и уступив команде Альтаир. В общем, Связной может, сегодня выиграв 2 матча, еще раз подтвердить свое лидерство. В случае удачного исхода он будет опережать Транскредит, ну, как минимум на 4 очка. Даже, я думаю, все-таки при этом имея 1 матч в запасе, то есть потенциально на 7 очков. Потеря совсем ненужная для Связного, 1-1 становится счет. Все-таки помогает удача сегодня Каме. Отворачивалась она многократно в поединке этой команды против Райффайзенбанка. Ну вот и удачи тоже иногда надо реабилитироваться. Криуля сейчас с мячом. У нас запаздывают немножечко заявки, но будем называть игроков в основном по мере того, как к ним будет приходить мяч. Костов бил поворотом, сейчас 10 номер. Мимо. Два игрока в составе Связного сейчас находятся на скамейке, ровно столько же, сколько у Ками. Но если Воронин все-таки не надумает выйти на поле, Налейкин играет с капитаном со своим. Ох, еще одна потеря у Связного. Ну, корпусом прикрывал защитник мяч, да. Может быть, не слишком изящная, но самое главное, хорошо. Какая диагональ сейчас великолепная прошла у Связного. Даже немножко обидно, что не закончилось это все дело взятием ворот. Но диагональ великолепная. Вот сейчас нарушены правила. Капитан, извинитесь. Костов снова с мячом. В атаке он сегодня. Скорее всего, с Лазаренко будет периодически меняться.
привычном для себя темпе играет. Связной очень много, длинных передач, такой широкий футбол с использованием, ну, всех участков поля, и спокойный мяч приводит с одного фланга на другой. При этом футбол быстрый, пока нету большого количества дальних ударов, но думаю, что это со временем тоже изменится. Костов ударил по воротам, ушел мяч не от рук Камахина, не задел он там все-таки снаряд, хотя мне показалось наоборот, но судья ближе находился, даже два судьи находились ближе. Каме в атаке. Налейкин через все поле прошел, выкладывал мяч нападающим в ногу, но так и не выложил. Связной сейчас Костов один на один с вратарем. Подключил он все-таки Налейкина. Подождал, пока придет он. Но Налейкин за собой еще и защитников несколько притащил. Поэтому только угловым закончился момент.
Вернулись команды на поле. Напомню, Ками встречаются со Связным. 1-1 счет. Еще 10 минут есть у Связного для того, чтобы подтвердить свой статус лидера, коим Связной сейчас обладает. У Связного замены происходят в этом матче почему-то не так часто, как в прошлых турах. При том, что есть и Лазаренко, и Криуля. Ну, как-то они не используются почему-то. На Костова заброс. Защитник оказался быстрее. Налейкин до мяча добрался. Тяжело было делать передачу, но все-таки сделал. И Костов становится автором забитого мяча. 2-1. Связной выходит вперед. С большими усилиями, но все-таки Связной зарабатывает преимущество. Уходит Костов на замену. Уступил место Криуле. 23-му номеру Связного. Еще один опасный момент, но повезло здесь Каме. Да, давайте полноценно уже назовем составы. Они отрывочно. За Каме выступают сегодня 4-й Андрей Волков, 11-й Иван Макарцев, 8-й Михаил Васильев, голкипер Евгений Камахин, 6-й Сергей Войтович, 13-й Максим Буров, 42-й Дмитрий Стрельников, 77-й Александр Кравец. За Связной играют сегодня 11-й Дмитрий Лазаренко, 7-й Дмитрий Наконечный, 6-й Антон Лазутин, 10-й Антон Костов, 23-й Александр Криуля, 32-й Денис Налейкин и голкипер Евгений Абрамов. Заброс на Криулю. У Связного преимущество есть, конечно, в этом матче, но для спокойствия должно оно выражаться в, ну, большем количестве забитых мячей. Надо сказать, что в основном Связной забивает очень много. Были матчи с его участием, где счет был 7-1, 5-0, 4-0. Притом 7-1 был обыгран Альтаир, кстати. Кстати, Связной встречался с Ками. 3-0 тогда была одержана победа. Но можно сделать вывод, что Ками в этом матче играет лучше. Прибавили, может быть, футболисты. Хотя, если смотреть по первому матчу Ками с Райффайзеном, тяжело сказать так. Костов снова мяч получил, но там Камахин.
Кривуля мяч получил, делал хитрую передачу пяткой на Костова. Костов не нашелся. Ну и через вратаря иногда можно поиграть. Главное, сохранили у себя мяч футболисты Связнова. Лазутин. Снова Лазутин. Привычный такой широкий, размашистый футбол от Связнова. И видите, сколько человек сразу у Ками остались не у дел. Все защитники потерялись. Тайм-аут берет Ками. Продолжается встреча Связнова и команды Ками после тайм-аута, который Ками взяли для себя. Установлена сейчас будет игра. Два мяча оказалось на поле. Перекладина сейчас спасла Связной от пропущенного мяча и ничьей. По крайней мере, ничьей. Связной сегодня тоже играет хуже, чем привыкли мы это видеть. Но какую-то эпидемию поймали наши команды. Заразились и все практически без исключения. Да что уж там, исключения действительно... По-моему, сегодня нет. Вдвоем в одного защитника идет атака Связнова. Костов неправильное положение занимал на поле. Счет-то скользкий до сих пор для Связнова. Один гол Ками и уже не получится оторваться от Транскредитбанка. Ну, Костов снова мимо. Ками чувствуют, что могут отыграться, идут вперед. Смотрится, конечно, намного лучше матча против Райффайзена и сравнивают счет. 2-2 становится цифра на табло. Ну что ж, времени до финального свистка немного. Связной сейчас наверняка пойдет вперед. Очень уж долго они тянули. Конечный.
Лазутин. Ничья. 2-2. Так сыграли Камень и Связной.